Гороскоп для мужчины-близнецы на 2024 год. В 2024 году мужчины-близнецы будут делать акцент на приобретение новых профессиональных знаний, выносить свои идеи в широкие массы и трудиться над приобретением полезных контактов. В первой половине года будет возможность сделать значимые успехи в работе. В это время можно успешно презентовать свои идеи в обществе и запустить новые проекты. Они найдут поддержку и одобрение. Если вы находитесь в поисках спонсорской поддержки или ищете команду, которая поможет воплотить ваши идеи, то 2024 год принесет вам долгожданные успехи. По второй половине года возможно увеличение количества поездок и рабочих командировок, в том числе заграничных. Это отличное время для обновления контактов с иностранными друзьями и коллегами. Мужчины-близнецы, занятые бизнесом, почувствуют в себе больше сил для борьбы с конкурентами. Совет астролога. Самое важное в изучении собственного годового гороскопа – обратить внимание на даты, события и заранее к ним подготовиться. В этом и заключается весь смысл. Мы выяснили, что после 20 октября у близнецов в 2024 году возможна просадка по финансам. Подготовьте для этого времени финансовую подушку, чтобы у вас не возникла необходимость занимать деньги у знакомых или обращаться в банк за кредитом. На финансовую поддержку со стороны друзей в этот период не особенно приходится рассчитывать. Скорее всего, они не смогут ее оказать. Да и давать деньги в долг кому-либо в 2024 году я не рекомендую. Слишком велика вероятность поссориться из-за отсутствия возврата. Популярные вопросы про близнецов. Благоприятен ли для близнецов год дракона? И что делать, чтобы поймать удачу за хвост? Для близнецов 2024 год очень благоприятен. Будет множество возможностей для того, чтобы воплотить в жизнь какие-то давние задумки и проекты. Найти нужных людей, которые помогут с реализацией всего этого. Хотите поймать удачу за хвост? Тогда хватайтесь за каждую возможность, которая будет появляться на горизонте. Насколько точен такой общий прогноз в отношении каждого конкретного близнеца? Проверьте в любом астрологическом процессоре свой знак асцендент, знаком с которого начинается куспид первого дома гороскопа. Это можно сделать онлайн, вбив в поисковой строке соответствующий вопрос. Вам потребуется ввести дату, точное время и место рождения. Прогноз для близнецов будет отличаться особой точностью в том случае, если асцендент совпадает с его солнечным знаком. Как уточнить свой гороскоп тем, чей знак асцендента не совпадает с солнечным знаком? Для тех, чей знак асцендента отличается от солнечного, я бы рекомендовала ознакомиться с прогнозом и по солнечному, и по асцендентальному знаку, после чего составить общее впечатление о том, насколько удачным будет для вас 2024 год. Если вы найдете пересекающиеся тенденции в этих двух прогнозах, значит именно они будут наиболее преобладающими лично для вас.